но только в майские праздники у нас прошло около 100 тысяч человек. Вот, поэтому договорились о том, чтобы в рамках вашего поручения, опять же, построить развязку в Кронштадте. Нас поддержал Марат Шакирзянович. Много всего видно. Ну и помимо этого есть свежий ветер, хоть и вечером достаточно много комаров. Но брызгаются, спасаются как-то.